деревне Глумицы открыли часовню. Ее построили в память о жертвах, что были заживо сожжены в годы Великой Отечественной войны в Большом Заречье. В то роковое время погибло более 60 человек. Исчезла с лица земли целая деревня с жившими в ней семьями. Произошло это 30 октября 1943 года. Немецкие фашисты заподозрили местных жителей в связи с партизанами и решили погубить деревню. Часовню построили по просьбе родственников погибших. Уже 70 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. Но вот только сейчас мы отдали, наверное, последний долг и с помощью очень замечательных людей. На освящение трагического места, где возвели часовню, пригласили епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. А людям, которые внесли непосильный вклад и помощь в возведении здания, от администрации вручили памятные вымпелы в честь 70-летия Победы.